подарок блейзеру Тиме. Компания Hasbro. Мама, мне тут подарок пришел. Ух ты! Да, вот. Что за подарок? От Hasbro. Ага, давай смотреть. Давай. Блейзер Тиме. Тяжелый? Нет, легкий. Легкий? Ух ты! Класс, опять подарок. О, классно. Давай, неси в свою комнату, давай посмотрим. Интересно, что там. Опять быть Блейд? Ну, не знаю. Коробка большая, но легкая. Да, да? Легкая. Давай ее открывай. Давай, тут ножницами. Да, легче будет ножницами. А где она открывается? Подожди. Смотри, тут еще. Это что, коробка в коробке? Интересно, что там с него? Может, это большой набор? Может, это большой набор бейблейдов? Может, это большой набор бейблогинов? Что-то большое. Стоп, мама, она на какой-то цепи. Ничего себе, классное что-то. На цепи. Класс! Какой-то мистер Бокс. Да, это какая-то тайная коробка. Опять мистер Бокс. Ну как она открывается? Вот открывается! Давай. Вот крышка! Вот. Есть! Опа, мама, он закрыт! Тим, смотри, написано Top Secret. Секрет. Это тайная коробка. Никому не рассказывай. Только она закрыта цепями. Смотри, коробочка. На цепях. Ничего себе. Как классно. Мама, а тут сверху замок. Да, замок и ключики. Смотри. Смотри, на замок закрыто. Вот эта тайная коробка. Класс. Мама, а как же ее? А это надо снять, как-то же надо открыть. Держи. Есть, мама. Класс. Так, берем, попробуем. Вот. Так Hasbro, вот так Hasbro. Есть. Есть? Есть. Есть. Ты опять падаешь. Вот. Все цели попадали сразу. Открывай. Что там? Открывай. О-хо-хо. Что это? Тим, это Log Stars. Не знаешь, что это? Замки и звезды. А я знаю, что это. Я видела уже рекламу. Это ограниченная коллекция модных аксессуаров. Это новинка от Hasbro. Это аксессуары-замочки, которые можно одевать на рюкзак, на одежду, на пояс, на разные предметы, на пеналы. И каждый герой может подчеркнуть твою индивидуальность. А так как ты у нас Блейдер, предлагаю тебе выбрать Log Stars, которая подчеркнут именно индивидуальность Блейдера. Смотри, Тимка. Тимка, тебе еще в подарок. Портфель. Крутой рюкзак. Тимка, это от Vans. А что такое Vans? Это очень крутой бренд. Ничего себе! Вот это да! Думали, груду или портфель? И груду, и портфель. Точно, Тима! Точно! Ты как знал, что тебе придет подарок, да? Чувствовал, что придет подарок. Ты специально выбрал груду. Теперь у тебя и груда, и портфель. Тима, это очень крутой портфель. И для очень крутого портфеля очень крутые аксессуары для Блейдера. Давай выбирать, что подойдет для Блейдера. Давай. Ну давай. Смотри, вот этот фиолетовый,
похож на Вайврона, похож? Он фиолетовый, такой как Вайврон. На зомбиха похож. Смотри, а этот злюка синий похож на Луинора. Да, вот именно на Луинора. Да? А этот робот. Ой, а этот розовый. Он ни на кого не похож, это я возьму себе. Он будет подчеркивать мою индивидуальность. А это робот, он похож на Роктовора. Кстати, да, похож на Роктовора. А этот кто? Ой, еще один розовый. А этот? Они одинаковые. Смотри, они одинаковые. Это будет мне, а это будет Эмочке. И сестричке. Да, это тоже миленький, только он зеленый, как Кербеус. На кого, да. На кого охотится Кербеус? Этот я тоже возьму себе. Давай, три тебе, три мне. Давай. Ну, давай. С какого начнем? Давай их распаковывать. Давай, давай распаковывать, смотреть, что же это такое. Тут в каждой упаковке замочек с секретом. Ах, что за секрет? Да, и там еще внутри сюрприз. Сейчас будем открывать и смотреть, что там за сюрприз. Я думаю, что это просто какой-то замочек с ключиками. Смотри, и вот этот вот злюка, который похож на Луинора, да, на Луи Ширсаги. Смотри, его можно прицепить на твой крутезный новенький рюкзак и на твои кроссовочки, новое классное. Давай открывать. Давай, с какого начинаешь? С вот этого? Да, со злюки-барабуки, который с рогом вот тут вот на лбу. Где он? Смотри. И смеется, как Луи Ширсаги такой. А еще у него брекеты. И брекеты. Раз, два, три. Давай. Пам-пам-пам. Я видела только рекламу, сама в руках никогда их не держала. Я знаю, что это ограниченная коллекция. Таких аксессуаров очень мало. Сейчас их вышло 48 штучек. Всего 48 разных героев, персонажей. Но каждый месяц будут появляться еще персонажи. Поэтому можно будет собирать целую коллекцию. Ну давай. Давай, смотрим первого. Доставай. Может, давай что лучше сначала вот это? Смотри, какой он. Давай покажем ребятам. Замок. Смотрите. Это замок. Это не просто герой, это замок. И он с секретом. Его надо открыть. О, а это что? Приз? Ух ты, смотрите. Смотрите, тут еще такой спрятан. Так, вот зачем два ключика. Это этот, это подарок. А еще смотри. Он закрыт. А тут это... Ну открывай, интересно. О! Же. Ага, этот так открывается, да? А этот так не открывается, этот надо только замочек подобрать. И мне кажется, что там еще что-то есть внутри. Там внутри сюрприз еще. Еще один сюрприз. Угу. Желтый ремешка. У кого засунулся. Оп, все. Опа. Ох, ух ты. Что-то. Вот тут вот был такой вот кораблик вот этот вот, угу. Да? Это его можно тоже куда-то прицепить, тоже украшение. А здесь можно спрятать какой-то секретик. Любой? Да, и на замочек закрыть, и никто не откроет. А если убрать ключ, то просто. Ага, и секретик там спрятан. Вот такой. Давай дальше остальные открывать. Теперь я буду открывать. Давай, следующий я открываю, следующий локер. Вот этот розовый хочу. Класс. Мама, смотри, сколько их. Ага. Покажи ребятам. Смотри, 48 штук. Полная коллекция. А потом будут еще. Смотри, какой прикольный. Три с ушами. Смотрите, какая девочка прикольная. Классная. Мне вот этот нравится. Тебе кто нравится? Волосатик. Одноглазый. Смотрите. Ой, смотри, я тут киса. Смотрите. Это Эмме понравится. Это наше Эмме понравится. О, киса. А возле кисы гамбургер. Да не просто, это не гамбургер, это тако. Это тако? Да. Покажи. Вот, тако. Но. А тут есть еще клубничка, апельсинчик, это... тигренок, монстр. И вообще тут кто хочешь это есть. Пират. Малинка? Да. Пират.
Вообще, путь целая куча. Некоторые локеры очень редкие, поэтому их тяжело найти. Это, наверное, редкий. Ой, смотри, а у меня розовый и красный с ним. Смотри, красный вот такой и розовый большой. А что в твоем? Смотри, класс, смотри, это единорожек. Единорожек, у него радужный рог и радужный хвостик. Класс. А я хочу знать, что там за секретик. Думаю, вообще не хочу узнать, что там за секретик. У него даже, смотри, у него даже ключик вот такой с ушками. Давай, открывай уже. Класс. Оп. Ой, ой, смотри, у меня вот такая радуга. Радуга здесь была спрятана, да, потому что он радужный, у него, смотри, хвостик радужный, и рог радужный, и здесь у него тоже радужка. Класс, он мне так нравится, такой прикольный. Вот у меня еще какая-то, ой, такая штучка интересная. Мороженое. Мороженка, точно, мороженка. Классик. Дальше кого открываешь? Зомба. Зомби такой? Кто это? Это зомби, думаешь? Да. Локер зомби. Он такой же фиолетовый, как Вайврон. В Акии Мурасаки. Трёхглазый. Ага, трёхглазый. Покажи ребятам. Покажи, смотри. На пол убитый. Ага, зомби такой настоящий. А тут у него что? Сейчас, да. Что это такое? Можно... Какая-то пчелка, да? Да, муха какая-то. Смотрите, какая-то муха. У Локера зомби муха вот такая с ним идет. Интересно, что еще внутри? Что там за секретик? Оп! И выпал. А тут что? Что это такое? Свисток какой-то или что это? Это ручка. Ручка? Да. Ага, смотрите, какой тут сюрпризик. Классный. Вот какой локер. Вот какой зомби-локер. Зомбокер. Это же прикольный. Теперь я открываю. У меня какой-то миленький зайчик. Вот такой. Салатовый. Тот на кого? Тимон зомби против моего милого зайчика. Противный зомби против милого зайчика. Это тот, на кого охотится Кербеллос. Да, хорошенький зайчик. Смотрите, с ушками. Смотри, какой милый-милый, милашка. Ой, да, это мой. А тут еще один милашка желтенький. Класс. Тебя... А что там внутри? А это что? Угольник какой-то. Это кусочек тортика. Ну, все как я люблю. Отдай! Отдай! Смотрите, ключик тоже с ушками. Что там? Что у зайчика может быть спрятано? Морковка. Правильно, пятерка. Морковка. Знаешь, откуда я знал? Ты туда открываешь, то опа, морковка. Классик. Морковку спрячем вот сюда. К его. В его друга желтенького. Эй, о! А это? И это тоже спрячем. И тортик тоже спрячем. Классный. Мне очень нравится. Классно. Кто там у тебя дальше? Давай робота своего. Оранжевого. Роковора. Ой, я уже... Ну-ка, что тут у нас? Оп. Улетел. Вот робот. Классный. С резиновыми антеннами. Ага. А с ним вместе еще один робот. Только вот такой вот маленький.
А на замочках тоже роботы. На замочках роботы? Да. Смотрите. Ой, на замочках, на ключиках. А знаешь, что это? Что там? Это зажигалка. Не зажигалка, это батарейка, мне кажется. Да, батарейка для робота. Это батарейка. Ребята, ну сейчас я его батарейка. Сейчас я его активирую. Давай. Оп. Что там? Ботинок. Класс, нет. А, сердечко за сердце. У робота тоже есть сердце. Сердце? Классик. Ты открыл все свои три? У меня еще один. Но у меня два одинаковых, но я все равно открою. У меня есть. Смотри. У меня розовые лукеры, единорожки одинаковые. А второй к ним идет, другой. С этим лукером шел красненький, с этим розовенький. С этим шел помидор. Класс! Разные! А что там за сюрприз? А эти ключи сейчас друг друга открывают. Что там? И внутри сюрприз? Ага, тоже радуга. И тут тоже мороженое. А тут тоже мороженое, да. Классно. Моя коллекция. И моя. Все, завтра у меня новый рюкзак. С локерами. Давай их прицепим. Давай. Ты теперь будешь мега крутой. Давай сначала Роктовора. Давай. О, смотри. Класс. Круто. Следующий. Вайвер. Вайверна, давай сюда. Ой, мне вот эта милашка нравится. Каждому свое. А мне милашки нравятся. Все, завтра в школе ты будешь самый крутой. С самым новым рюкзаком. С крутыми локерами, да? Ты самого такого страшнючего злюку прицепил, напинал, да? Чтобы он у тебя на столе стоял. Бросай, это же ты, да? А еще я и его с собой возьму. Ребята, вы видите, кого он с собой берет? Леопард. В школу берешь? Ну ты вообще... Меня сегодня просили, ребята, почему ты не взял Бейблэйд, Ну вот, держитесь. И ты решил взять новиночку. Школу готов. И я тоже готова. А у меня вот так вот. Классная, да? Крутезная штука. Крутезная. Будем собирать всю коллекцию? Будем. У нас уже есть 12 штук. Да, ну еще много есть каких пособирать. И новинка будет каждый месяц. Каждый. И редкие. Классно? Да. Классно. Ну все, моднячий. Ну ты, конечно, крутезный вообще. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Сибирь Тима. А я пошел в школу. Классно.